Здравствуйте. Здравствуйте. Вызывали, Эдуард Владимирович? Да. Вы знаете, товарищ Румянцев, у меня к вам есть очень серьезная претензия. Я плохо работаю? Нет, нет. Работаете вы как раз очень, очень хорошо. Я по поводу вашего внешнего вида. А что, что-то не так? Понимаете, товарищ Румянцев, у нас очень солидная организация, и к нам часто приходят очень серьезные люди. А вы выглядите, ну, как какой-то, извините... Алло? А, да, Елизавета Матвеевна, можете зайти. Так вот, Румянцев, в нерабочее время ходите в чем угодно, но здесь, будьте добры, одевайтесь соответствующе нашей корпоративной этике. Эдуард Владимирович, я принесла документы для налоговой. А, да, да, да. Очень хорошо. Очень хорошо. Так что идите, Румянцев, идите и запомните. У нас государственный цирк, а не какая-нибудь бухгалтерия. Вот так. Да, документы на манеж.